Привет, ребята, с вами Бенни. Радиоактивный пепел вулкана Такер Карлсон продолжает накрывать новостной бизнес. СМИ изменятся навсегда, вы не сможете заменить Такера Карлсона. Но многие предлагают Такеру работу и говорят, что Fox News официально умер после увольнения своего топового ведущего. Первый голос, который я услышал, голос Глена Бека, у которого также было бьющее все рекорды просмотров шоу на Fox News в 5 часов вечера который побил буквально все рекорды просмотров в непопулярном временном сегменте 5 часов вечера. Трудный временной слот в новостной индустрии. Но Глен Бек сделал это. И затем Глена Бека выставили за двери за противоречивых взглядов. Глен Бек знает, через что проходит Такер Карлсон, и он немедленно заявил об этом. Мы были бы тебе здесь рады. Ты бы ничего не упустил бы. И вместе, вдвоем, мы всех их порвем. Просто всех порвем. Это было бы захватывающе. И я думаю, немало людей захотят сделать то же самое. Я считаю, что это убьет Фокс. Правда. Я знаю немало людей, которые, ну, знаешь, им Фокс типа все еще нравится. Они смотрят и другие передачи, но они такие Такер. Такер это единственный, кому я действительно верю. Потеряйте Такера Карлсона, я считаю, что это и правда их убьет. Глен Бек основал свою медиа империю Блейз. Эти с**ки подставили меня, говорит Такер Карлсон. Ну, по крайней мере, в 2011 Но мы не можем не показывать этот твит каждый раз. Он так идеально подходит для этого момента. Глен Бек говорит о Fox News и его уходе оттуда в серии колких твитов в дополнение к своему комментарию о том, что Fox News, по сути, Совершил самоубийство. Уход с Fox News был самым захватывающим и пугающим шагом в моей карьере. Хотя к концу недели у нас было 300 тысяч подписчиков, только у главной лиги бейсбола был свой сервис онлайн-трансляции, и все говорили, что это невозможно. Второе. Я знал, что придет время, когда им будет нужен талант больше, чем они таланту. Но в 2011-м время еще не пришло. Я думаю, Такер чувствует то же, что и я. Для него момент идеальный. Такер, все пойдет тебе на пользу. Ты слишком умен, чтобы беспокоиться. С тобой миллионы людей. Я один из них. Твой выбор может определить следующую главу в жизни нашей страны. Я с нетерпением жду. Для тех, кто предлагает Такеру Блейс, да, мы все целоза. за. У нас есть деньги и опыт, плюс Блейс не вмешивается. У нас партнеры, а не работники. И вместе мы можем дать бой гигантам фарм-индустрии коррумпированным сторонникам войны, которым понадобятся защитные костюмы, так как праведный огонь превратится в эпичное пламя. Итак, Гленбек официально предлагает Такеру Карлсону работу, а не просто проповедует в своем радиошоу. Он также дает ряд мудрых советов касательно ухода с Fox News и или увольнения с Fox News. Другой человек на телевидении Который высказался о шаге Фокс, человек, работу которого забрал Такер Карлсон, хотя это не вина Такера Карлсона. Билл О'Райли был уволен с Фокс после серии скандалов. Справедливо или нет, это спорный вопрос. Тем не менее, скандалы лишили Билла О'Райли топового эфирного времени. И Такер Карлсон занял его место, и очень достойно. Вот что Билл О'Райли сказал Такеру. Каждый день в новостном бизнесе Продюсеры программы Такера Карлсона и всех остальных шоу встречаются утром, чтобы спланировать содержание вечернего эфира. Так во время такого собрания им сказали, что их ведущий не выйдет на работу. Никогда больше. Из-за предстоящего судебного процесса Карлсона загорпунили сегодня утром. Карлсон не знал. В смысле дискуссии не было. То же самое с Лемоном из CNN. Он не знал. Это просто случилось. И такова природа теленовостей наиболее аморальной индустрии в Соединенных Штатах Америки. Да, и люди не в восторге от того, что происходит. Брайан Килмит сменил Такера Карлсона с нечто под названием Fox News Tonight. Суммарно он получил оценку ниже Плинтуса. Эта оценка 11 к 1, одна из худших на моей памяти. Людям не понравилось, что Брайан Килмит занял эфирное время Такера. Вот единственная замена Такера, которой я рад. Нет сигнала. Я предпочитаю это. Хорошо, вы облажались. Твое шоу для меня как Бадлайт, и затем этот впечатляющий мем. Шоу Брайана Килмида со своей стороны почти оскорбило Такера Карлсона. Это плевок в лицо его аудитории, зрителям и клиентам Fox News. Где-то я уже это видел. Привет всем и добро пожаловать на Fox News Tonight. Я Брайан Килмит. Как вы, должно быть, слышали, Fox News и Такер Карлсон решили расстаться. Я желаю Такеру всего хорошего, я всегда буду его другом. Пошел ты. Я ненавижу тебя. <laughs> Хорошо. Итак, да, люди не купились на это. Аудитория Fox News не купилась на это. Все сказали, что Брайан должен удалить свои твиты. И он действительно удалил один из своих твитов, в котором говорил о большом сюрпризе на Фокс. О, боже. Новый Бадлайт. Замена Такера Карлсона побудила к призывам бойкотировать Фокс Ньюс. Вот почему комментарии Билла О'Райли и Глена Бека такие колкие. Два человека с рекордными рейтингами на Фокс, которых выставили за дверь. Они делают то же самое с Такером. Фокс Ньюс принимает бизнес-решение, руководствуясь мнением горстки людей и их желаниями на самом верху. Они не руководствуются с аудиторией, желанием аудитории. Так это не работает. Там у нас нет контроля. У нас есть контроль здесь. На независимых платформах. Где вы главные, где вы единоличный пользователь. И это действительно важно. Fox News на самом деле может быть уничтожен. Многочисленные твиты призывают к бойкоту Fox. Я могу прокручивать эту статью, но твит за твитом сравнивают Fox с Бадлайт. Один твит за другим. Высмеивают Fox News. Они облажались, они лжецы, и Fox News мертв. Брайан Килмид заменяет Такера на Fox. Отличное шоу, если нужно уснуть Fox News мертв. Всплывает и такое: Fox News обесценился на миллиард долларов, когда уволил Такера. И затем миллионы людей планируют отменить свои подписки в массовом порядке. На Fox. Итак, облажались вдвойне, я полагаю. Среди людей, говорящих, что Фокс умер, умных политических комментаторов на YouTube, Rumble и так далее, Сагаранджети является хорошим примером. Он говорит, что у Фокс слишком старая аудитория, и в будущем ее не будет. И Джим Геррети говорит то же самое: средний возраст зрителя Fox, дамы и господа, 68 лет. Итак, Джим Геррети, который пишет для National Review, вполне хороший парень, говорит, что рейтинг Фокс... Поддерживают пожилые зрители, и эти зрители слишком солидного возраста. 68 лет, 64 года у CNN. Это умирающие СМИ. И Такер Карлсон, вот его рейтинг. Посмотрите, вот его рейтинг среди молодых людей. Взгляните на эти цифры. 500 тысяч молодых людей. Никто не набирает. 500 тысяч молодых людей. Это невероятно, на что был способен Такер Карлсон. Они покончили с этим. Почему? Даже Дональд Трамп говорит здесь, что рейтинг — это золото. Они все разрушили. Почему? Что ж, если верить комментариям Глена Бека, Билла Урайли и Стива Беннона, они злодеи, и Такер Карлсон не подчинялся. Смотрите. Единственный способ привлечь их внимание — это отключить телевизор и смотреть кого-нибудь другого. Я не говорю, что вы должны смотреть реальный голос Америки или командный пункт. Дело ваше. Медитируйте. Но не смотрите это дерьмо. И главное, не покупайте у них ничего. Позвольте мне повторить, я слишком деликатен. Семья Мёрдок, иностранцы и аферисты, которые ненавидят нашу страну. Они снова доказали это. Как можно было? Они не только убрали его из эфира после всего, что он сделал, но проявили неуважение к аудитории. И вы все видели, они не уважают аудиторию, которую создал Такер. Это самая влиятельная аудитория. Да, была. И всегда будет, потому что никто никогда не сможет понизить рейтинг Такера Карлсона. Никто. У вас не получится заменить его Килмидом. Над Килмидом смеются, его нельзя заменить. Это талант своего поколения, и это его момент. Очень любопытно слушать, как Билл О'Райли говорит о том, что, судя по их действиям, им просто плевать на свою аудиторию. О'Райли, Беннон и Гленбек. Если все эти ребята на одной стороне и говорят одно и то же, возможно это правда. Возможно. И Крис Куома, парень, который брал интервью Билла О'Райли. Итак, дамы и господа, самая зловещая индустрия Америки. С вами был Бенни Джонсон. Здесь, на этой платформе. Мы свободны. Благослови вас Бог. Спасем Америку. Пока.